Если вы хотите знать, как веселым можно стать, деток в пузик целовать, попку кошки рисовать, то спросите дядю Вову. Этот дядя много знает, необычного такого. Дядя Вова удивляет. Если вы хотите знать, как обманывать и лгать, как чужое отнимать, за отребье всех считать, братьев подло предавать, резать, спарывать, пытать, как стрелять и убивать, хладнокровно и цинично ложь повсюду продвигать, то спросите дядю Вову. Этот дядя вас научит и покажет, и расскажет, а потом медальку вручит. А еще спросите Вову по-простому, не юлите, а вопрос задайте так. Подойдите и спросите: «Дядя Вова, ты мудак?»